Сегодня суббота, 12 января, и я познакомлю вас с программой передач. Через несколько минут в эфир выйдет прогноз погоды, а в 9 часов повтор передачи новости 12 канала. Авторская программа Натальи Павленко единственная в нашем эфире в 9 часов 30 минут. В 9.55 развлекательная программа «За гранью возможного», а в 10.55 к экранам мы приглашаем наших маленьких зрителей. Они увидят мультфильм «Конек-горбунок». Казино «Жемчужина» в канун новогодних торжеств и всегда предоставляет вам шанс испытать судьбу. Покер, блэкджек, рулетка, бесплатный бар и шоу с участием звезд российской эстрады. Круглые сутки для вас. Казино «Жемчужина». Клондайк для азартных. Имя «Шалев» запомни навсегда. «Шалев» – высокое качество, доступная цена. Ищите работу. Программные системы. Бывает высоко в горах. Чай. Принцесса Гита, Нури, Ява. Высокогорный чай принцессы Нури, Гита, Ява всегда на высоте. Профессиональный дизайн плюс качество европейских тканей – это ваши эксклюзивные шторы от магазина «Басон». Корона Российской империи, так назывался корабль, посланный царем на остров Цейлон за лучшим крупнолистовым чаем. Чай с прекрасным ароматом, вкусом и цветом настоя так понравился царю, что он повелел назвать его Корона Российской империи. Корона Российской империи, наш коронный чай. Здравствуйте, дорогие друзья, я познакомлю вас с прогнозом погоды на ближайшие сутки, 12 января. В городе ночью и днем временами снег, метель. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем по области 15-20 градусов мороза, в городе 16-18 градусов ниже нуля. В последующие двое суток, 13 и 14 января, местами небольшой снег, метели. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха 13 января ночью 19-24 градуса мороза, местами до минус 30. Днем 10-15 градусов ниже нуля. 14 января ночью 15-20 градусов мороза, местами до минус 26. Днем минус 7-минус 12. И в заключение напомню, какая погода нас ожидает 12 января. В городе ночью и днем ожидается небольшой снег, метель. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха в городе ночью и днем 16-18 градусов мороза. Спонсор прогноза погоды – фирма «Майский чай». В ненастье и стужи с чашкой бодрящего цейлонского чая «Корона Российской империи» вам будет тепло и уютно. Всего вам доброго! Корона Российской империи, так назывался корабль, посланный царем на остров Цейлон за лучшим крупнолистовым чаем. Чай с прекрасным ароматом, вкусом и цветом настоя так понравился царю, что он повелел назвать его Корона Российской империи. Корона Российской империи, наш коронный чай. Небезызвестный вам Козьма Прутков сказал однажды: «Настоящая жизнь в городе начинается тогда, когда в него входят военные». Впрочем, может быть, он этого и не говорил.
Ну, вы мой полк не морайте. Мои орлы газет не читают, книг в глаза не видели, никаких идей не имеют. Не надо перехваливать, Иван Антонович. Как сообщил верный человек, несколько ваших орлов, а точнее пятеро, не одобряли. Не одобряли существующие порядки, порицали действия государя и так саркастически выражались о нем самом и его матушке, что по оскорбительности получается просто неслыханная картина. Так мало чего с пьяну сморозишь. Все болтают. Болтают все. Не на всех пишут. Новые гении. У меня нет нелюбимых предметов. Новые условия игры. Я попытаюсь дойти до самой вершины. Новые ведущие. Мы начинаем новый цикл. Интеллектуальное шоу для детей и взрослых. Я знаю все. На ТВ-6. 5, 4, 3, 2, 1. Пуск. Земля в воздух. 6 радиостанций бьют в одну музыкальную цель. Кто станет мишенью на этот раз? Ответ на ТВ-6. Умом Россию не понять. Да вы чё? Аршином общим не измерить. Ну да. У ней особенная стать. Нихухры-мухры. В Россию можно только верить. Конец цитаты. Виктор Шендерович. В программе «Итого» на ТВ-6. Можно считать анонс. Ирюген. Опять ты? Yeah. Да. Да, это опять он. Я сделал много глупостей. Например, он дважды женился на голливудской звезде Мелани Гриффит. Я не хотел этого. Я не думал, что мне придется два раза разводиться. Актер, продюсер, режиссер. Ты хочешь, чтобы я огласила весь список? Лауреат Золотого Глобуса. Обладатель звезды на аллее славы в Голливуде. Дон Джонсон. В остросюжетном сериале детектив Нэш Бриджес. Так что мой совет? Сдавайтесь. По будням на ТВ-6. Журнал «Тайм» назвал ее лучшей актрисой Латинской Америки. Американская академия звукозаписи дважды удостоила ее премии Грэмми. После премьеры сериала с ее участием все женщины Америки стали одеваться, как она. Смотреть на ТВ-6. Террор против личности. Террор против государства. Террор против человечества. Подробности и последствия последних событий на ТВ-6. Главное качество журналиста-информационщика ни в коем случае не говорить, не дай бог, от первого лица, не ставить последнюю точку над «и». Тот зритель, который смотрит нашу передачу, он видит уважительное отношение к себе. То есть мы не разжевываем для него очевидные истины, мы не пытаемся его агитировать. То есть надо считать зрителя умнее себя, и тогда и передача будет выглядеть достойно. «Грани» на ТВ-6. Коллекции, последние тенденции, только лучшие бутики и салоны нашего города, интервью с самыми модными и стильными людьми, магия моды, ваш гид в мир стиля и красоты. Каждое утро в субботу и воскресенье на 12 канале. Главные новости, скандалы и конфликты, анализ и комментарии, авторитетные мнения в программе Александра Моисеева «Гражданин» по воскресеньям на 12 канале.
Время тусовки. Время тусовки. На 12-м канале. Здравствуйте, в эфире новый.